Тысячи людей сегодня пришли проститься с жертвами стрельбы в Керченском политехническом колледже. Сегодня хоронили 17 из 20 убитых. И прощальная церемония началась на главной площади Керчи, где были установлены гробы с телами погибших. Керченский имам и митрополит провели молебен в память о погибших. Один из них, митрополит Платон сказал, мы живем вместо них, а потому жизнь надо ценить, не унижать ее мелкими грешками. Напомню, что в среду 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу в колледже и взорвал самодельное устройство, а потом убил себя. И сейчас с нами на связи Мария Антишина, она журналист керченского издания «Керчинфо». Мария, приветствую вас. Вообще, насколько сегодня эмоциональным было прощание с убитыми? Здравствуйте, студия. Эмоции их сложно описать на самом деле, и мы это все прекрасно понимаем. Над городом повисло большое горе, и оно не отступает и сейчас, и, я думаю, не отступит даже завтра. Буквально несколько минут назад я выходила на улицу для опроса керчан, спросить их эмоции, как они переживают. У людей не было слов, у людей были слезы, и мы видели еще много тех, кто был участниками этих событий. Ни одна улица без слез. Нет такой. Все на эмоциях, даже наша редакция, мы все сейчас на ужасных эмоциях. Рядом с нами находится кладбище, где были похороны. Там были тысячи людей. Насколько нам известно, на главной площади города было около 30 тысяч людей. Такого большого скопления мы не видели очень давно, да, наверное, даже никогда. Мария, ну вот вы сказали про кладбище, а я видел в сообщениях, что журналистов не пустили на кладбище, так ли это, да, только близким? Съемку запретили, да, съемку запретили, снимать не разрешалось, то есть только где-то рядом мы могли находиться и все это видеть. Только уже когда разошлись люди, мы увидели и могилы, они все, большинство погибших были похоронены рядом друг с другом, только те, у кого было другое вероисповедание, были похоронены на отдельном кладбище, и, соответственно, чьи родители пожелали, там, допустим, Ленинский район. Я знаю, что одного погибшего увезли на родину в Челябинск, если не ошибаюсь. То есть и кого-то еще из Краснодарского края тоже увезли. А в основном большинство здесь у нас на нашем местном кладбище, и все на одной территории. Сообщается, что в городе усилены меры безопасности. Как именно? В городе усилили меры безопасности. Действительно, у нас очень много патрулей стоит в городе сейчас, так как никогда. Недавно мы получили информацию о том, что был ложный вызов, слышали выстрелы возле детского садика в Керчи. Сразу же за первые там, секунды туда выехал патруль, мы снова услышали сирены, но... К счастью, вызов оказался ложным, но молниеносная реакция правоохранительных органов – это, конечно, тоже показатель. А как и чем, скажите, помогают семьям погибших и пострадавших? Во-первых, организовывают сами похороны, то есть все это легло на плечи и финансирование, в том числе это власти Крыма, керченская администрация. Пункт, да, то есть психологическая поддержка, психологи с ними работают, причем даже психологи частным образом, люди просто, частные психологи, принимают у себя людей. Также, это понятное дело, уже было объявлено о том, что открыт счет, куда люди могут оказывать помощь, и сегодня, когда мы ходили на опрос и спрашивали людей об их переживаниях, они спрашивали нас, журналистов, какой официальный номер счета, куда можно сбросить деньги, потому что люди хотят просто помочь, хотя бы чем-то.